Так, 25 января 2021 год. Здесь у меня половина свининки и половина курочки. Тесто замешала. Сейчас буду вываливать его на стол и катать. Поехали. Тесто готово. Сейчас я сюда посолила, поперчила, наливаю водички много. Воды должно быть очень много, чтобы фаршик был с бульончиком. И вот так вот я теперь его. Перемешаю. Он сейчас водичку заберет себе мясо. Я потом еще добавлю воды. Я всегда очень много воды добавляю в фарш. Зато когда сварятся пельменчики, вы его разломаете, а там внутри будет сок. Или бульончик, так сказать. Как вкусно. Пельмени налепила очень много. Очень много мы уже сварили, съели. Отдала детям с собой. Это в морозилочке пусть лежит. Вкусные, привкусные, просто вкуснящие.